Привет, вы смотрите видео-версию сайта Tarantas News, и сейчас расскажу вам о том, что под налог на роскошь в этом году попали авто массового сегмента. Как сообщает автоньюз.ру, Минпромторг РФ опубликовал новый перечень роскошных моделей авто, собственники которых должны платить повышенный налог. Министерство промышленности и торговли России составило новый список дорогостоящих машин, за которые нужно платить так называемый налог на роскошь. В нынешнем году данный перечень пополнили автомобилями массовых брендов Chrysler, Honda, а также Mazda и Subaru. В категорию автомобилей по цене от 3 до 5 миллионов рублей попали 632 модели и их версии. Это на 54 наименования больше, чем в прошлом году. Перечень машин в ценовом диапазоне от 5 до 10 миллионов рублей вырос на 38 позиций, до 484 авто. А в списке моделей, которые можно приобрести за сумму от 10 до 15 миллионов рублей, оказалось 100 наименований, что на 3 позиции больше, чем годом ранее. При этом к роскошным авто стоимостью более 15 миллионов рублей отнесли 82 машины, на 9 больше. В 2020 году новый перечень Минпромторга РФ пополнили моделями брендов, которые считаются массовыми. К примеру, в нем оказался минивэн Chrysler Pacifica, а также топовые версии кроссовера Honda Pilot, Mazda CX-9 и две модели марки Subaru, универсал Outback и заряженный седан VRX STI. Кроме этого, в списке появились модели бренда Jeep, Cherokee, Grand Cherokee, а также Wrangler. У меня пока все. Больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!